Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре в первый день весны, 1 марта 2014 года, мы наконец-таки рассмотрим видео распаковки мышки от Logitech, которая называется Performance Mouse. Мышка куплена в Черную пятницу в США на интернет-магазине Amazon. Даже не то, что в Черную пятницу, а практически в Новый год. В Черную пятницу я купить ее не успел, но зато купить успел под Новый год. Распродажа была минус 50%, от этой цены еще минус 20 долларов скидка. В итоге она вышла где-то 25 баксов кэша. В России она стоит 3,5 тысячи рублей. С учетом доставки, я думаю, она рублей в 800, в 900 вышла. Так вот, мышка беспроводная, мышка практически профессиональная. Такая вот замечательная штучка в комплекте идет, которая обеспечивает связь ее с компьютером. Logitech славится своей упаковочкой. Вот здесь вот находятся магнитики, которые радостно соединяют верхнюю крышечку. Так вот, мышка Logitech Performance. В комплекте идет, собственно говоря, сама мышка, которую мы сейчас попытаемся достать. Беспроводной Bluetooth. Собственно, как она и передает данные. И в комплекте идет провод. Здесь micro USB, через который происходит питание и все остальные функции. Замечательная инструкция на подробном английском и испанском языках. Так как мышка из Америки. Ну и еще куча всякого кордона, который мы скрывать не будем. Что же у нас там идет внутри? Давайте посмотрим. А внутри у нас идет. Должны идти аккумуляторы. Судя по всему, они там и идут. Да, вот внутри идет аккумулятор вот такой. На 2050 мА, который заряжается через USB. Как я уже говорил. Мышка замечательная, очень удобная. DPI, не знаю, по-моему, то ли 2000 DPI, то ли что-то типа этого. Более подробно в описании и в статье. Цена, качество, скорость, удобство. Гарантия, кстати, мировая на эту мышку. Покупайте через интернет и получайте это удовольствие. Всего хорошего.